Слушая одиночество. Притча. Читает Лара Шум. Не выдержав, одиночество возмутилось. Почему так громко кричим? Разве я кричу? Спросила голова. Я так думаю. Слишком визгливо думаешь, аж уши закладывает. Ты же не одна, с одиночеством. И это, между прочим, надо ценить. Наслаждайся, пока я рядом. Наслаждаться? Конечно, посмотри вокруг. Мир прекрасен. В чем прекрасен? В том, что я сошла с ума и разговариваю с собственным одиночеством? Хотя бы так. По крайней мере, не орешь, что одна и никому не нужна. Вот именно. Я одна и никому не нужна. Всем на меня плевать. А кого ты хочешь рядом? Я бы хотела рядом какого-нибудь доброго, милого, внимательного и заботливого мужчину. Хорошо. А как ты к себе относишься? Так же заботливо? Вот сейчас у тебя есть возможность просто побыть самой собой, внимательно посмотреть на вещи вокруг, на солнце, на небо, услышать пение птиц. А что делает ее величество? Орет, как потерпевшая, причитая, что вот, мол, моя жизнь пуста и бесцветна, какая я несчастная, караул, мир рухнул и все достало. Ну уж извините, что мои мысли такие громкие. Хорошо. Хочешь громко думать, тогда думай о том, какая чудесная, какая замечательная супер-пупер я, то есть ты. Переводим твой жизненный настрой в позитивную фазу, энергия притяжения увеличится, и тогда появится рядом кто-то. Если где-то нет кого-то, значит кто-то где-то есть. А пока будешь ругать себя и гнобить, так и останешься одна. Знаешь ли, подсознательно люди понимают, что человек не удовлетворен жизнью, энергетически истощен, обездвижен. И они бегут от него, как от огня. А что мы теряем, если начнем рассуждать о себе в одобрительном ключе? Каждое утро вставая, улыбаться новому дню, смотреть в зеркало, произнося: «Какая я милая, чудесная, сногсшибательная! Ну давай, попытаемся! А вдруг?» Ты и так разглагольствуешь о себе плохо каждый день. И что-то изменилось? Ну давай, проведем эксперимент. А вдруг? И маленький бонус. Ты начнешь любить меня, свое одиночество. Слышать, слушать и не бояться, когда я буду рядом. И даже искать меня, находить и получать удовольствие от уединения. Как тебе такой вариант развития событий? Голова почесала затылок. Может быть, и есть доля рационализма в твоих словах. Попробуем, поэкспериментируем. Начнем с того, что пропишем ответы на вопросы. Первое. Как нам помогают или мешают представления о самом себе? Второе. Что укрепляет твою самооценку? Третье. А что ослабляет? Уважаемые слушатели, рекомендую ответить на эти вопросы и вам. И когда вам будет плохо, вы будете чувствовать эмоциональную нестабильность, то вы всегда сможете использовать эти инструменты, которые поднимают вашу самооценку. Я благодарю вас за то, что вы дослушали мою притчу до конца. Благодарю за донаты, за поддержку моего канала. Слушайте и смотрите мои видео до конца. Люблю, обнимаю. Лара Шум.